Телеканал «Эфир-24» представляет «Просторы родного края». Город Чистополь основан в 1781 году. В Чистополе проживает почти 62 тысячи жителей. На чистопольских землях были в свое время воздвигнуты города Золотой Орды. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя с учреждением собственного герба. В годы Великой Отечественной войны Чистополь стал приютом для Союза советских писателей, в числе которых были Пастернак, Маршак, Паустовский, Цветаева, Ахматова, Корней Чуковский. Чистополь является родиной для Александра Бутлерова, композитора Софьи Губайдулиной, писателя и революционера Гаяза Исхаки, историка и искусствоведа Николая Лихачева. Сегодня здесь процветает развитая инфраструктура. Имеется часовой, судоремонтный, авторемонтный, деревообрабатывающие заводы и предприятия легкой и пищевой промышленности.